парке Победы открыли новую понтонную сцену. Это одна из самых больших подобных конструкций в России. Мы решили узнать у белгородцев их мнение. На самом деле обзор стал просто супер. Очень близко видно всех выступающих. У меня там молодой человек выступает, мне теперь более удобно за ним наблюдать. Да, тоже соглашусь с моей подругой, потому что до этого мы, когда приходили, не было видно вообще людей, как-то все скомкано было. Сейчас гораздо удобнее смотреть, в принципе. Сцена стала шире, красиво, очень прекрасно, нам вот очень нравится все. Перспектива вообще чудесная, я очень довольна, очень приятно смотреть. Ну, первое впечатление замечательное. Понтонная сцена, ее достаточно углубили. Красиво. Сцену сделали большую, теперь она приблизилась к публике. Гораздо лучше рассматриваются костюмы и артисты. И звук музыкальный намного лучше распространяется. Намного удобнее. Во-первых, видно хорошо, объемно. И музыка, она же доступна везде. Во-первых, она стала значительно ближе к зрителю, значительно увеличилась в размерах. И, конечно же, она достаточно красивая, то есть и необычная. Ее расположение за счет воды – это очень смелое, яркое, интересное решение. Можно пригласить вообще серьезные уже какие-то музыкальные группы. То есть это вообще очень хорошее наше достижение, я считаю, для города Белгорода. Намного удобнее и более как вмещается музыкальный коллектив, все артисты. Такое чувство, что вот-вот дотянешься рукой. До музыки, до исполнителей. Намного удобнее наблюдать за творчеством. Стало очень удобно снимать, чтобы потом отправлять к себе домой, потому что я не местная. Вот. И, в принципе, это великолепно. Сцена стала намного больше. Стало интереснее смотреть. Больше групп, больше пространства для обзора. Стало намного лучше, сейчас видно, что больше. Мы рады, что сюда приехал оркестр. И теперь мы ждем, что будет больше групп. Будем приходить почаще смотреть. Больше вечеров на Веселке будет. С друзьями будем собираться, слушать. Такое удовольствие, такая красота, что, мне кажется, с любого ракурса можно наблюдать, наслаждаться. И спасибо дизайнерам, флористам за эту радость. Аппаратура больше, звук лучше, я думаю, будет. И выступающих побольше будет петь, танцевать. Я думаю, это удобнее. Появилось больше возможностей, больше места, лучше видно издалека. Ой, мне очень понравилось. И не только мне, я думаю, всем. Посмотрите, сколько зрителей, как они все внимательно это смотрят. Замечательно это все просто. Видно хорошо концерт, как девочки танцуют. Звук лучше стал. То есть нам очень нравится, приятно здесь находиться, слушать.